Главное управление МВД России по Челябинской области давно сотрудничает с нашим университетом и, в частности, с факультетом журналистики. В этом году представители Министерства внутренних дел решили поддержать конкурс пиар-проектов. Такой вот конкурс мы проводим впервые. Нам очень интересно почитать работы было, ознакомиться с ними. На конкурсе были представлены 10 креативных идей, каждая из которых после защиты обсуждалась с членами жюри и аудиторией. Наибольший интерес по количеству вопросов вызвал пиар-проект «Что такое хорошо, а что такое плохо?». Его авторы, студентки второго курса, в течение месяца разрабатывали идею и даже придумали собственного корпоративного героя. В итоге, как мы выбрали такую немного сказочную форму и ввели туда такого корпоративного героя, внука дяди Степы, дядя Ваня, дядя Миша, точнее, назвали его дядя Миша, то мы решили и назвать наш проект более так ярким и ввести туда данную поговорку, что такое хорошо, а что такое плохо. Что-то приближенное к детям непосредственно уже, которых мы выбрали целевой аудитории. «Включи воображение» – лозунг 13-го Международного конгресса по связям с общественностью и рекламе, в рамках которого и прошел специальный конкурс. Участники старались придерживаться этого девиза и не просто придумывали, а доводили свои идеи до полноценных проектов. Безусловно, среди представленных работ есть такие пиар-проекты, которые действительно заслуживают внимания. И, на мой взгляд, да и на взгляд моих коллег, нас несколько человек оценивали эти работы, они достойны и можно в ближайшее время было бы их реализовать. Победители конкурса по формированию положительного имиджа МВД объявят на закрытии Международного конгресса.